молоко. Ты мне подпевать будешь? Ну, давай споем то, что тебе нравится. Да мне, в принципе, вот это вот про звезды нравилось пару месяцев назад. Говорит Москва. Советский космический корабль «Орбита-4» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт сообщил, приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею. Требуется ваша консультация. Я вас раньше не видел. Меня пригласили, чтобы я оценил ваше состояние. Зачем вы меня здесь держите? Можете объяснить? Требуется ваша консультация. Мне нужен профессионал, который спасет героя. Они считают, что вы убили командира корабля. Для изучения. Вы чувствуете это существо? Помоги мне, Таня. Вы вырезали часть пленки. Надо было мне сразу вам все рассказать. Хотите поближе познакомиться? Я не боюсь. Я не боюсь. Мы привезли пассажира из космоса. Он внутри вас. Я должен иметь возможность уничтожить его, если все выйдет из-под контроля. Помоги мне, Таня. Унесите к себе в Москву, пока можете. Мы рискуем жизнью человека. Героя Советского Союза. Если герой... Значит, готов ко всему, в том числе и пожертвовать собой. Почему я? Прости. Он адаптируется. Вы меня не знаете. Это вы себя не знаете.